родина Сибири необъятно велика. Как жених, так и богатырь, а как невеста, так ягодка. В этот раз всего на 6 минут опоздали. Так, поехали. Значит, перед вами два разных результата. Значит, вот это вот вам уже знакомо. Это розмарин. Я считал, что это розмарин. И вкус необыкновенный. Я его сразу... У меня всегда есть пятерка, десятка, двадцатка. Так вот, первую пятерку я его включил. Как наиболее вкусное из яблок, тем более, это же розмарин. Я искренне считал. Нашелся, другой раз покажу вам, знаете что? Покажу вам фотографию уже прижизненную Федоренко, моего друга, у которого черенки, молодой селекционер Железов Сергей Валерьевич попросил. И вот у него трехлетний саженец. На нем было штук 8. Я показывал дважды в фильмах. Иду мимо, покажу. Теперь я снял их, показать крупный план, и они оказались разные. Для чего я это говорю? И тот шикарный, и тот шикарный. Так, и тот поздний осенний, и тот поздний осенний. Вот. Но разные. Разные. Тогда что получается? Кого я обманываю? Черенки будут просить. Какие высылать? Розмарин. Тогда это что? А если это розмарин, это что? И тогда я вспомнил старую историю. Ей примерно той истории лет 10-15. Еще публиковал статьи, но уже появился интернет. И однажды ко мне на почту интернета, это почта электронная, это еще не интернет, это еще начало. Мне вдруг приходит письмо от Романа Исаева. Кто такой Роман Исаев? Я глазами... Фамилия-то знаменитая. Думаю, не представитель ли он той самой знаменитой династии? Точно. Я тут же в Википедию, Роман Исаев. Значит, кто такой Роман Исаев? Ну, относительно молодой ученый. Значит, сейчас поймете, к чему я это все на что намекаю. Он молодой ученый, он, значит, заведующий лабораторией крупнейшего, забыл только, в Мичуринске или в Москве, или селекционный институт, крупнейший. Вот. А значит, и уровень у него крупнейший. И вот он мне Железову поправил 3 сорта яблоня и пару груш. То есть, его вот так называете, оно на самом деле вот так. Как я ему был благодарен. Я же набирался опыта, авторитет набирался. Мне нельзя обманывать. А он мне 3 сорта исправил. Как я ему был благодарен, невероятно. Ну, знаете, приходит посылка. Если там написано было, это самое, сказочное, значит, сказочное. Нет, оказывается, это не сказочное, а память якорю. Она такая же вкусная и осталась. Ну, теперь правильно название. И вот я-то обрадовался. Вот она, мостик с наукой, Роман Исаев. Я ему в ответное письмо благодарю, поэтому, Роман, спасибо, там отчество было, не помню, благодарю, ой, как я рад, давайте дружить, ага, хрен, больше от него не это, реакции не было. Для чего я говорю, сейчас поймете, запомнили, о чем речь идет, о несуществующей связи с наукой. Ну, пытаемся сами, например, пока Сергей продает в горшках прекрасные саженцы. В это время его сын, мой внук, вот, Александр Железов, пытался продавать брошюру. Пока неудачно, 100-рублевая брошюра, или если 4, то 200 рублей, пока у меня торговля не идет. Вот. Но мне так хотелось, чтобы он слегка обрадовался этим 100 рублям, но пока не получается. Вот. Зато вдруг меня поблагодарили за книги. Значит, все-таки нашлось человек, нашелся такой садовод, который мне пишет. Спасибо за книги. Надеюсь, будущий садовод, моя внучка. Посмотрите, и человек присылает мне великолепные фотографии, несколько. Вот эту я для вас. Полюбуйтесь. Вот.
знамение такое. Я вспомните, я рассказывал, что я в 7 лет стал садоводом. Только потому, что школьный учитель научил меня, как правильно садить эту самую вишню, саженец вишни. Ладно. Теперь, для чего нужны эти книги? Мне, к примеру, в море. Ну вот свежий снимок, он был сделан, ну когда? 2 дня назад, да? Это свежий снимок. Итак, для чего нужна книга? То, что я говорю, элементарщина. Вот. Проще пареной репы. И главное, никаких сил, никаких усилий и ни одного копейки. Итак, для чего нужна книга? Здесь работает мой, работал, значит, помощник Сергея, вот, даже где-то родственник. Вот. И этот молодой человек что делает? То, что ему поручил Сергей. То есть снимает верхнюю часть дерна, но он уже до этого снимался, то есть дерна почти нет. И обратите внимание, вы видите вот эту кучу? Продолжается снятие верхней части, и теперь вот этот котлован будет углубляться. Для чего? Итак, согласно учению Железовича Константиновича, а это учение, потому все наоборот. Сколько он показал этих самых вебинаров? Не меньше 20-30, для раз за разом учат копать яму большую, вплоть до кубометра. Кубометра, метр на метр на метр. Дальше, значит, забивайте всяким словом, матерное дальше идет, всяким. И обеспеченные деньгами те, кто этот фильм сделал, обеспеченные работой и портер, и все это будет, я это называю клоакой. А Железов говорит, снимаем верхний слой, а дальше идет слой, помните, каждый сантиметр, если не тронутая почва, а так сложилось, что именно здесь не тронутая. Сбоку никто тут огород не садил, сад не садил. 1 сантиметр за 1000 лет прорастает. За эти 1000 лет, вот тут сколько сантиметров? 10-20, правильно? За это время, за 10-20 сантиметров, наросло за 5-10-20 тысяч лет. За это время, вот там обжились, кому надо обжиться, то есть подводная подземная структура, и главное, там полностью прекратились гнилостные процессы. А у дерева любого корни гнилые. Я всегда, извините, я долго говорю, почему? Прошло, наверное, вебинаров 100, а может быть 200 и всего-то 300. Вот, 200. Когда я последний раз говорил, что я говорил? Вы раскровянили пальцы. Взяли вы, допустим, вот в эту яму, которую вы приготовили, если по стандарту, ну, это как бы а это проходит даже в университетах. А большая яма, дальше начинаем. Удобрение фосфорное, калийное, натриевое, эти самые, натриевое, калиевое. Вот потом, естественно, дерьма побольше. Там часто даже называется цифра 50%. Самое скромное, ведро 2, а самое эти, кому вашего дерьма не жалко, говорят, 50% этого самого перегноя. А еще самое страшное, говорят, навоза. А авторы этих роликов, они не знают, чем навоз от перегноя отличается. Понимаете? Вот. И тогда получается следующее. Раскровянили пальцы, вы яму приготовили, перемешали, там долго мешать надо. Все это на глазах миллионов людей, все эти ролики, их много, сотни. Да, наверное, тысячи. Наберите подготовку, посадочной ямы. Я уверен, вы увидите сотни и тысячи роликов для вас приготовленных. И теперь возьмите в эту клоаку, суньте пальцы, которые кровоточат. Где вы окажетесь? Успеют вас спасти уколами от столбняка? Успеют. Не успеют? Тогда это. Ладно. Хорошо, не суйте. Так зачем вы тогда искалеченные корни деревьев суете? Вы что, не знаете, что мы с деревьями, есть такое выражение от Маугли, мы одной крови. Этого никто не это. И так получается, что все, что я делаю, я вроде бы за разговор отвечаю. Вроде бы. Никто не хочет мне поверить. Давайте проверять. Ирина Александровна, смотрите. Если когда-то под вас будет создан, потому что вот такой особый человек, что я иногда теряюсь.
Везет же некоторым, в данном случае мне. Так вот, вы берете, вас назначат, допустим, под вас специально создадут институт, в который вы возьмете настоящих ребят, которые глаза горят, и которые будут все испытывать. Например, вы посадили, берете 100 ям. Вы выбрали самую стандартную яму, метр на метр на метр, услали дно этим керамзитом, услали дно песком, услали дно шифером, обрывка этими самыми кусками ржавого железа, а потом выше, 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 яма полная, все. Ну, я же повторяться не буду, там, перегной, дерьмо, все. И 100 ям, ни одна, ни две. Раз навсегда, на всю оставшуюся жизнь нескольких поколений. Тут же 100 ям, сделанных по железу. Небольшая ямка, ровно под корни. Так. Засыпается вот этой землей, вот она эта земля, вот этой абсолютно стерильной земли, где гнилостные процессы прекратились тысячи лет назад, от 1 тысячи до 10 тысяч. И там 100 ям, и тут. А саженцы все одинаковые, все. Потом я день покажу. А, вот, пожалуйста. Вот отсюда берете вы, еще вырастить надо, еще не в каждом месте. Вы знаете, что все это продажные саженцы откуда берутся? В основном с юга. У нас осталось-то единицы наших настоящих садоводов. Вот, кто сам выращивает. И вот тогда вот эти вот, вроде бы как близнецы, посадили 100 и 100. Меньше нельзя, нет. Через 3-4 года пишите отчет, работа проведена, лучшим премии дать. Значит, железо памятник, к тому времени меня уже не будет. Железо памятник поставить, а хотя хрен бы с памятником, это самое, обойдемся. Но сам факт, что это надо проверить, почему? Потому что, еще раз говорю, у меня убежденность 100%. Я в эти маленькие ямки, я вот эту землю, я сажаю. У меня через 3-4 года, мне стыдно повторять, прирост 2-2, вот такие плети, это ужас, это что за деревья, у меня потом одна головная боль, что это такое? Вот. И ни капли этого самоудобрения, вы представляете? А вы видите эту землю? Это что, этот чернозем, что ли? Это суглинок. Вот так. Вот это, брат, потом мы будем делить вебинар на части, сам понимаешь. Я специально сделал, сколько сейчас примерно, 19 минут, 6 вот минус 13 минут, это будет первая часть. Вот. Как придумаем? Потому что глупейшее. Целый час я видел ролик, первую яму, а там большое поле и два бугая, извините за выражение, как этот говорил Райкин, 22 бугая за одним мечом. А здесь всего два. Но они рыли яму, рыли, набивали, рассказывали. Вот это был ролик. Где его показали? Правильно. На федеральном телеканале. Вот. Делать нам больше. А почему у меня не то, что не это, не умирает, а растут-то как? А вы попробуйте этот абрикос еще и это остановить в росте. Ладно. Итак, почти закончил про это. Ну, можно чуть-чуть продлить. Смотрите, это я просто обычная фотография, иду мимо, щелкнул, дальше пошел. Вот. Дело в том, что саженцы, когда проходит несколько поколений, а про них мы чуть ниже скажем, так эти саженцы становятся абсолютными совместимыми с дикарями. Но кроме морозостойкости от дикаря, видели мои фотографии? Кроме морозостойкости, а дикаря не взяли ничего. Плоды шикарные, вкусные. Плоды крупные и даже огромные. А в Сибири не замерзать. Вот. И самое главное, глядя вот на эти фотографии, можете, я фильм снял как? Вы помните, я шел ряд за рядом и показывал? Они все такие, ни одного больного. Ни одного. Если где-то встречается дырочка, это проворонили мои эти помощники, главные муравьи. Почему? Потому что это же питомник, он протяпывается.
Здесь мало муравьев. Они как-то муравьи попадаются, но очень мало. Ну вот тут, наверное, первая часть фильма. Мы потом делим на части, смотрите, что получается. Мы переехали с братом на Рутуб. Смотрим количество просмотров. Эти фильмы там по 10-20 просмотров. Повезет 30. Это фильмы. А здесь хотя бы было 170, 150, потом 120, теперь 100. Это что такое это? А брат делает очень большую нужную работу. Этот же вебинар возвращает на YouTube, как? На части поделил на YouTube, там попадается и 100 просмотров, и 500 просмотров. А на той, на позатой неделе было и 1000 просмотров. Ну хотя бы так. Ну сколько-то людей мы же можем научить этому? Миллионы жалко, людей жалко. Как они это, их вот это, научены этими огромными ямами. Боже мой. Ладно, первая часть закончилась? Да, закончилась.